безусловно, в центре внимания всегда развитие экономики, потому что это базовые вещи от того, как комфортно себя чувствуют предприниматели, которые уже работают в районе, какие созданы условия для того, чтобы приходили новые предприниматели, зависит и будущее района, и, соответственно, решение всех социальных задач. Сетский район достаточно хорошо, выгодно расположен рядом с Тюменью, хорошие природно-климатические условия, но и плюс активная позиция администрации, о чем сегодня говорили предприниматели, позволяет сделать вывод о том, что идется хорошая полномерная работа, работа с предпринимателями, работа с поиском новых интересных проектов, с развитием действующих. В этом смысле на хорошем таком движении сетский район находится. Но, безусловно, здесь нет предела совершенству, не нужно расслабляться. Никогда не бывает много, тем более, что задачи перед нами в рамках реализации национальных проектов стоят большие. И во многом успешность реализации национальных проектов будет определяться успешностью развития экономики.